В Ауликубейна Абазинского района по поручению главы республики Рашида Тимрезова появилась своя машина скорой помощи. Теперь для оказания своевременной медицинской помощи жителям мобильному авто понадобятся считанные минуты. Подробности в материале Альбины Курачиновой-Кенжевой. В период пандемии особое внимание уделяют выездным услугам населению, то есть собрать анализы или выполнить электрокардиографию на дому не станет вопросом. В конце прошлого года амбулатория Ауликубейна получила автомобиль скорой помощи. Теперь и медикам, и пациентам стало намного легче. Наша работа намного облегчилась в плане того, что мы можем каждый день выезжать к больным по необходимости, обслуживать вызова на дом, не мобильным больным, пациентам, которые старше 65 лет. И, соответственно, мы облегчилась план, работа в том плане, что наша лаборантка может выезжать в любое время, брать анализы крови, мочи, биохимический анализ крови. Заведующий амбулаторией Зарема Алиева всегда на связи с пациентами и дистанционно консультирует больных, кто уже побывал на приеме и продолжает лечение дома. Она рассказала также о ситуации с вирусом среди населения в Кубине. Сейчас в стране количество больных растет у нас в ауле, но, к счастью, вот как и ранее было сказано, этот штамм ковида протекает легче намного. В основном амбулаторные больные у нас, госпитализированных на данный момент у нас по аулу только 4 человека, а так в основном получают лечение все на дому. Жители аула очень рады такому событию. Ведь раньше приходилось ждать карету скорой помощи из соседнего Жугутинского района. А сейчас у кубинцев есть возможность получать медицинскую помощь моментально. Альбина Курачинова-Кенжева, Анжела Джибекова, Ислам Урумов. Вести Карачаево-Черкесия, Кубина.